Всем привет, друзья! Астролог Влад Рос назвал причину пожара в Нотр-Дам «Виновата дьявольская звезда». Вместе с планетой огня они создали ось катастроф. Многие заметили, что собор Парижской Богоматери загорелся в начале Страстной недели, которая предшествует католической Пасхе, наступит 21 апреля, и связали эти два факта. Однако известный астролог Влад Рос предлагает другую версию, то, что смогло стать причиной несчастья. Соединение Марса, планеты огня, с дьявольской звездой Альдебаран, которая является наряду с Антаресом осью катастроф, привело к пожару в соборе Парижской Богоматери, который сам по себе зажегся и горел, сообщил Миру Рос. Также Влад Рос заявил, что пожар в соборе – плохой знак для Франции и Макрона. Тем временем на сайте Гигарама опубликовали 360-градусную панораму, на которой показан сгоревший собор Парижской Богоматери. Благодаря функции увеличения все последствия пожара можно увидеть достаточно подробно. Вы знаете, даже читать грустно, не то что все это осознавать. Самое желаемое, наверное, то, чтобы собор Парижской Богоматери отстроили, и он вновь радовал не только парижан, но и весь мир.